Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению, я Екатерина Пазекова. Галин Юзефович – самый известный современный литературный критик, преподаватель Высшей школы экономики, обозреватель популярного медиапортала «Медуза». Ее книга «О чем говорят бестселлеры» является новинкой книжного фонда «Дворца книги». За что мы любим Эраста Фандорина? Чем объясняется феномен Гарри Поттера? Что общего большого американского романа с романом русским? Как и что читают современные дети? Ответы на все эти и многие другие вопросы можно найти, прочитав эту книгу. Книга находится в центре чтения Дворца книги. А вы читали, Юзефович? Делитесь в комментариях.